Пиздец, как раз таки вот. Доброе утро, ребят. Сегодня хочу снять байк за 600 рупий. И поедем, может быть, не пропустите. Самый широкий угол. Наверное, на байке ездить, на нем будет прикольно. Да, так винь-винь, смотреть, куда ехать. Да, ребят? На байке поеду, самый широкий угол. Так, что, кроссовочки наши, вот они, да? Представляю, как эти яблоневые сады, когда цветут, как они пахнут. Решил поэкспериментировать, ребят, широким углом. Я знаю, некоторые там ругаются, все там рябит, что-то не так. Но я вот пробую, экспериментирую. Полагаю, на байке будет интересная картинка широким углом. 600 рупий до конца дня, а уже сейчас 2 до 9. Фу. Окей. Намасте. So you can pay him directly, okay? Okay. Or maybe 500, уже half day, finish. А, ну? Many toys, а? So for how many days? 1, 2, 3? I try, что сюда писать надо. Your name? Будет ли на опция, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как бы, как. Окей. Okay. He will drive now. He will take you to the office, and then there you can see. Okay? Угу. До офиса, говорю, надо ехать, чтобы. Окей. Расписаться. А он меня повезет до офиса, понял? А, еще какие-то бумажки, что ли? Ну да, чтобы я там расписался в офисе, блядь. Потому что я паспорт не даю, наверное, надо, да. Ну пойдем, поехали, да? Поедем до офиса. Окей. Сюда вообще заезжать. Сюда вот. Мастерская. Maybe you have big helmet. Castle and Arambol, представляете? Га, Непал. Arambol Goa написано. Почему? Ребят, на заправку. Сейчас подождите. Да, вот. Написано Arambol. Вот на вот это только. Old Manali Castle and Arambol Goa. Вот написано. Arambol Goa. Ой, ребятки, что сейчас будет? Смогу ли я на нем ехать? Ущемляет, сука.
протерты, стекла не протерты, нихуя. Тормоза вроде охуенные. Мягонький, хороший. Скачет даже. Зачем мы паркуемся вообще? Зачем? В смысле зачем? Мы приехали уже? Да. Да ебать, это было у нас путешествие, серьезно, понял. Не, ну мы же дальше поедем, что? А. Так мы покушать остановились или что? Покушать, источники, водопад. Тут это все, да? Стоим уже полчаса, ребята, я просто зажат, не могу двинуться, блядь, ни вверх, ни вниз. Тут пизда. Фух, это пизда, ребят, это пизда. Я не знаю. Ого. Так мы куда приехали сейчас, кафе или тут это все? Ну это вообще что? Прогуляемся вот по улице своей. Ебать. Я думал, что это будет интересно, красиво, горы, куда-то поедем, а мы тут по закоулкам. Ну сейчас там в самом конце будут эти же источники, они в конце этой улицы. А-а-а. Это, ребят, мы приехали на источники. Все рядом здесь. Ну, километра два проехали, наверное. И все, и приехали. Я полный бак заправил. Полный бак заправил, придется снимать дальше байк. А, ты полный бак заправил? Может, поедем еще куда-нибудь? Конечно. Может, прям сегодня-завтра. Ты же хотел, да, надо. Я думал, мы поедем сегодня куда-нибудь далеко. Давай сегодня мы сейчас посмотрим. Может быть, там будет слишком много народа, и мы не захотим туда вообще идти.
и поедем дальше, да и все. Пойдем сюда, куда мы вчера ходили, кафешки там прикольные. Пойдем. Сейчас на источники, наверное. Да, блин, просто поснимать. Вот это, потом кабайк есть, куда-нибудь поехать бы так вдоль. Да поедем сейчас по красивой, по ровной дороге туда. В Нагар можно съездить, это реально. Это тут недалеко, а куда-то дальше, туда за туннель, там надо одеваться с собой, прям теплые вещи брать. Ну хотя может днем сейчас и можно съездить. Можно прокатиться. Да, в Нагар поехали, да. Сейчас посмотрим. Так, ну все эти купательные, они там. Да, ну давайте, я предлагаю покушать. Мы еще не кушали, ничего, время 3 часа, а потом уже все тут поснимать и выйти. Может быть, сразу пойдем до водопада, потом дойдем, вернемся, как раз тут, может, водопад людей поменьше. Потому что сказали на источниках либо вечером, либо утром. Сейчас там пипец. Он сказал до водопада идти 20 минут в одну сторону. Ого. Это еще с того места, отсюда минут 25. Да, да, конечно. Поэтому надо подумать. Вашиш, но они его собирают, топят потом, наверное, кизяками. Да. Я вчера вот такого слизняка тут с рук увидела. Они как вчера стояли, хавали, так и сегодня снимают. Блин, не горы сегодня ёбнешься, да, вообще? Угу. Очень красиво. Прям все белоснежные. Пиво? Бир? Бира? Пей вязаные носочки, какое пиво. Носочки.
Я шучу, я ж пиво не пью. Там мне этот хуй написывает, какие-то они документы забыли, походу, у меня в байке. Я скидываю локацию, где я, что, я поеду им возвращать, блядь. Ага. Все, до свидания. Что ты мычишь? Да, офигенно. Вот сейчас там прикольно, я видела, я снимала тут вообще. Ты можешь в это и засесть. Ну да, ну там еще прикольно. Блядь, ресторан Рома даже здесь, итальянский, мой ресторан. Ресторан Рома. Алкогольный? Не, натуральный, но это яблочный. Натуральный яблочный. I have алкоголь drink. Алкоголь possible? Please, sir. Алкоголь possible? Не, это алкоголь. Сидр. Apple сидр. А это какой? Пиво. Яблочный больше натуральный. А сколько стоит? How much? Пострашный, давайте. Да? Химоза, ребят, наверное. Не, вкусный, попробовать. Ну просто как компот в России трехтровый у нас. Нет. Это как детская пюрешка по вкусу яблочный. Прям этот. Да. А вот еще дальше Башо с лучшими оценками. Вообще 5-0 при 136. Вот тот, где мы вчера сходили. А, ты про это говорил? Гляди, как красиво-то. Тут еще разуваться надо, походу. В этом Башо. Мама, с чем? Творк? Вот тут и денечек, и хуёчек. Тут мы сидеть не умеем так, по-ихнему. Да. Даже кола дает полтинник всего, ребят. Хуй знает где. Вот тут есть куриный стейк с грибами. А, ты тут не будешь здесь лук. Серьезное заведение, оно огромное, там походу номера вон, да, гостиничные. Здесь вообще атмосфера такая. Hello. Hello, Кэти, вот этот Башо. Не, ну нормал, plain, only plain, да, у него so much problem, да. So much problem, I need plain. Okay, one pork, yes. Вчера заказал суп момо в этом заведении. Прикольно, кстати, я тоже его отметил, все такие заведения интересные.
отмечаю. И отмечаю, что мне в них понравилось. Я тебе говорю. Короче, мне принесли мумо. Суп мумо попросил. Мне принесли просто мумо. Угу. А внутри супчик такой, просто жидкий. Прикольно. Закусываешь и супчиком запиваешь. Тема. Островатый был, но я все равно поел, вроде ничего. Да. Пахнет хорошо здесь тоже. Мы еще голодные, ребят. Снял, на 400 заправил. Давай, ёбнем. За большой байк снял. Чтобы мы нищак на нем покатались. Бля, черепа, ребят. С черепами. Чтоб все было у нас хорошо в нашем путешествии и после его тоже. Блин, пиво на вкус вот как в детстве, как будто какое-то такое. С бочки, когда бать. Вот это все здание сделано, камень уложен без единого этого цемента, просто подогнаны очень камни четко. Представляешь, какая подгонка камней? Как облицовка? Какая облицовка, глянь, толщина, ну вот, ступеньки поднимайся. Камень. Чикен-шницель. Сюда чикен-шницель. Чикен-шницель это мой. Да. А мне? Вот, о, мне самоюбищный куда-то. Внимание, блядь, я-то думал там, блядь. My friend! Спасибо большое, приятного аппетита. Кстати, вообще не острое, как какое-то детское питание, блядь. А, ты что, почему острое? Это попроси. Обидно, что он, это не генов. А я рис нашла не острый, очень вкусный. О, нормальный музон. Вообще не острое. Да, он что? Принесли мне пюре картофельное и чиз-гарлик на ночь. Я говорю, мюзик хуйня. Ну чек. Там лучшее место. Я считаю, что это лучшее место. Нет, это футболка. Тут все то же самое, ребят, везде. Мне кажется, только из-за этого я в этом сезоне не похудела. У меня нету бабок благословлять меня. А что, за них надо платить, когда играть? Сфотографироваться, да, на еду. На еду. Это они так бабки выпрашивают, Маш. Альбиносы. Твинти. Вот
Вот где чеки, вот Ян. Не, у нас нету чеков. Там матч. Нам... No, I put there slipper. I put there already. One foot. You go 250. 250 time. 250. 50. Check, full price 50. Ту скутер. Ну да, вот соточка на двоих, да? Ту скутер. Мы уже все, фини. А мы уже камбэк. Камбэк. Мы уже камбэк. Check slipper. I put there slip. You go 250. 2 o'clock. Man, please check. А, мы, вы, говорите, типа в два заехали. Да, два, два. 100 trophies? For one. На, now, time please. А вот этот? Two horse. No. Two horse total. Two horse. Two hours. Two hour. Two hour. Two 2:50. А сколько сейчас? Нет, 2:50. 80%. А, это 2:50 время, когда мы встали. 160. Я думал, это... 100 стоит 5, это на ночь. 3. 2 часа. С 3 до 5. 2 часа. Two hour. 160. 160. Здесь for me? 160. Ну 160. А, со, со всех? По 2 часа 80. Со всех это all, is this bike too? Да, с двух байков 160. С каждого по 80. Сейчас 40, в общем 2 часа. Все, я понял. Я просто не думал, что она общее время написала. Read this slip. А это время когда приготовили. Read, read. Slip. Чем-то здесь так некомфортно, мне кажется. We'll be right back.
Давай поменяем. Давай. Хотя вот это лучше будет, а тут не.